Всем привет, мальчики и девочки. Привет большой с города Норильска. Сегодня у нас пятница. Да, наконец-то мы дождались этих выходных. Я ждал их, и вот они пришли. Вот, что хочу вам рассказать. Эта неделя прошла довольно-таки хорошо. Вот, мы сейчас с Барбосом гуляем. Вот, вы знаете, мне иногда кажется, что он вообще просто не мерзнет вообще от слова совсем. Да, вот это выходишь с ним гулять. На улице там минус 10, минус 20, минус 30, минус 40, и ему все равно. Вот так вот. Вы знаете, иногда мне кажется, что надо вот брать пример вот с таких собачек, быть таким стойким оптимистом и не обращать на всякую лажу внимания. Да. Что было на этой неделе интересного? Да, вы знаете, все по-старому. Ничего такого сверхъестественного. В интернете, значит, смотрел сравнение разных метро в разных городах, в разных столицах. Очень мне понравилось метро в Китае. А вот метро там вообще такое современное. Я просто в офиге от этого всего. Но оно у них такое, знаете, из железа, из стали. Да, вот потом смотрел наше отечественное метро в городе Москва. И хочу вам сказать, что наше метро мне больше понравилось. Ну, не из-за того, что оно наше, нет. Из-за того, что оно, вы знаете, каждая станция сделана так с историческим размахом. Вот там Комсомольская, там Киевская, там еще какие-то станции. Некоторые станции вообще там просто такая лепка. Вообще советская, вот именно советская лепка, и я просто от этого всего офигеваю, насколько это все красиво и здорово. Допустим, китайское метро, оно такое, ну, как я вот уже только что говорил, такое неон, сталь, железо, там бетон, вот это все такое современное. Вот, но наш метро, конечно, мне больше понравилось, да. Значит, что еще хочу сказать? А, вспомнил еще, короче, смотрел я канал один, есть такой 808, мне он нравится очень, там, значит, этот канал ведет Ким Коршунов, вот, и он, значит, был в Индии, вот, и там показывали в этом ролике индийское метро, там вообще жопа полная, это ужас, просто помойка. Это кошмар какой-то, да, вон, залезьте в интернет, посмотрите, вы просто в шоке от этого всего будете. Вот, так что вот такая вот история. Вот, с утра, значит, у нас на Рижке было тепло, а сейчас что-то похолодало, да, серьезно, горячо, холодно, но, вы знаете, по прогнозам смотрел, до 30 градусов будет на следующей неделе, ну, дай бог, дай бог. Вон, Барбос уже ногу поджимает. И мы, наверное, уже потихонечку с ним пойдем домой. Ну, вот. Так что вот так вот. Все хорошо, все нормально. Желаю вам хорошо отдохнуть. Да. Ну, можно, конечно, немножко и горячительного, но лучше в меру. Не надо злоупотреблять. Вот. Лучше куда-нибудь пойти, погулять на свежем воздухе. Вот. Слава богу, погода не такая уж вообще холодная. Всем пока, до скорых встреч. Вот, и самое главное, не забывайте, что самое главное в этом мире — это любить себя в хорошем смысле слова и любить ближних. Вот, и тогда все будет хорошо. Всем добра.